Всем привет! Как вывести деньги из кабинета веб-мастера? Заходим в свой личный кабинет. Обращаю внимание, что это кабинет веб-мастера, а есть еще кабинет покупателя. Он выглядит другим образом. Вот так он выглядит. Это в разделе выплат. То есть вот здесь, если выплаты зайти, то кабинет покупателя выглядит по-другому. Сейчас разговор о кабинете веб-мастера. Нажимаем на своем имени и заходим в мой профиль. Если вы ни разу не выводили деньги, то у вас нет добавленных кошельков. Поэтому сначала нужно добавить кошелек. Нажимаем сюда «Добавить кошелек». Выбираем из предложенного списка. WebMoney рублевый кошелек, WebMoney долларовый кошелек, Kiwi кошелек, ePayments, Яндекс.Деньги. Я выбираю WebMoney долларовый кошелек. И вижу, комиссия вывода 2%. Например, давайте посмотрим рублевый кошелек. Комиссия вывода 5%. Kiwi 6%. Яндекс.Деньги 6%. Так, еще вот же есть дальше банковский перевод. А, здесь комиссия 0,8%. Минимальный объем комиссии 85 долларов, максимальный 135. Угу. Visa долларовая карта. 6% плюс 6 долларов с ограничением по стране банка. MasterCard долларовый то же самое. Visa рублевая. 6 долларов плюс 50 рублей с ограничением по стране банка, вот подписано, что только карты, выпущенные российскими банками. И PayPal комиссия 7%. Таким образом, мы понимаем, что веб-мастер выводит деньги всегда с комиссией, в отличие от кабинета покупателя, где если мы закажем выплату, то она нам таки попадет на кошелек без вычета комиссии. Добавляем номер кошелька, впереди буква Z или R, если рублевый, и нажимаем «Сохранить кошельки». Проверяем почтовый ящик и нажимаем кнопку «Подтвердить». Кошелек добавился, возвращаемся в кабинет. Вот он кошелек. И теперь нажимаем «Запросить выплату». Валюта доллары. Кошелек наш указан, комиссия 2%, сумма к выплате автоматически вставляется, которая доступна, и нажимаю «Заказать выплату». Тут предупреждение, что можно заказать на ePayments без комиссии. Ну, можете выбрать тот кошелек, который вам удобно. Выплата в течение 5 минут. Баланс уже 0. Сейчас зайду на WebMoney и проверю, пришли ли деньги. И действительно, в течение 5 минут пришли деньги за минусом комиссии. То есть к выплате было 41,55 и дошло 40,71. Обновлю страничку. Вот теперь 0 на балансе. Можно добавить еще кошельки, то есть можно хоть все добавить и запрашивать каждый раз выплату на разный кошелек, на какой вам более удобно сейчас. На ePayments 0. Да, на ePayments 0%. На этом видео окончено. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео. Всем пока!